нас небольшой брод появился. Будем сейчас его перебраживать. Такой вот. Забирают. Больно ты нужен, камеру давай. Не, сначала я залезу, потом отдам камеру. Знаю я вас таких. Камеру да, отдашь, а потом пешком домой. Фу, как здесь воняет, это коровья какая-то лужа. Да, это знатный коровяк. Ребят, очередная деревня и промыть подъезд. Нету подъезда. Можно, конечно, пешком сходить, но это не наш. Сейчас снимаем аиста, на большой камере будет. У него внизу электричество подведено. С подогревом, да. Теплые полы у него там, походу. Все, блатной мужик, у него там 220. Может, это не мужик, может, это аистиха. А, ну скорее всего, да, раз сидит, значит, аистиха. Какое, смотрите, огромное гнездо свило. Чтобы понятно было, вон столб какой. Гнездо, да, где-то метр двадцать, метр сорок такой диаметр. Класс. Но мы ее не будем пугать, мы сейчас здесь съедем, рядышком где-нибудь. Ладно, ребятки, аиста оставим в покое. Поедем. Какое, смотрите, какое было это самое большое помещение-то. Ёлы-палы. Хлев был, здесь скотину держали, там вон что-то было, кладовка какая-то. Так, а как мне на чердак попасть? Вот опять дилемма. Упять никак. Что за нафиг? Что за нафиг? А, ну вот здесь я и попаду туда. Вот она лестница. Вот она лестница. Вот он ларец. Всем, кто не с нами, будет писец. Как-то так, да. Это сюда. Ух ты. Каким клином запиралось тут все. Опа. Опасно. В принципе, нифига тут нету, но ладно, слазим. Посмотрим. Вдруг что есть. Годное все-таки.
бы ты дура. Ёлки-палки, ребята, вон здесь что. Птица свела яйца. Смотрите, видите, гнездо. Яйца высиживает какая-то птица. Ладно, сейчас я уйду. А что это за птица? Я и не заметил. Ладно, я тебя надолго не потревожу. Не, ребят, ничего здесь нету. Дом новодел. Что тут скажешь? Дом новодел реальный. Все на кирпичах стоит. Все. Модно. Слишком. Все слишком, ребятки, модно. Так, Деус, виси тут. Виси. Виси, не убегай. Смотри. Я очень расстроюсь, если ты убежишь. Очень хороший металлодетектор. И убегать тебе совсем не нужно. Ой, я сейчас покушал, блин. Покушал, да так все тяжко стало делать. Не копать, блин, не хочется. Копать не хочется. Не лазить нигде не хочется. По всяким чердакам, мордакам. Мишань! Деревня-то здоровая, мы на самом отшибе. Поедим? Да, давай пожрем, да поедем. У нас столько домов, надо сегодня еще обследовать. У меня расписки есть на сдачу молока. А молоко на сдачу у тебя есть? Есть, расписки есть. Так, ребятки, мы обедаем на фоне вот такого вот дома, в котором нифига нету. Голяк, Мишка нашел кокалик один здесь. Да, возле пруда выкопал неузнаваемый кокалик. Там на нем буковка есть одна и все. Все равно радость. Радость, да. Вы, походу, дети молотком били. Твой кокалик. Может быть, кстати говоря, да. Потому что у него такое ощущение, как будто он на траве лежал. Ну, внутри, да. Отпечаталось мое. Ну, трава-то же не могла так отпечататься. Его, походу, молотком колотили. У нас прям утеплитель расплавился, как мы нагрели. Ну, даже пропавший плов вкусно пахнет, да? Мишка, просто шестимесячный опыт скажи, делаем. Скажи, на пропавшем плове. Опыты делаем на Мишке. Шестимесячный плов он кушает. Знаешь, на рекорд как, идет. Знаешь, как ты будешь бегать на этом плове, да? Да. Как ракета будешь пулять. Ребят, сейчас мы выяснили, Мишаня говорит, я когда на чердак поднялся, утка вылетела оттуда. Короче, эта утка там, представляете, гнездо свила на чердаке. То есть, насколько я здесь спокойно, комфортно, она сделала там себе гнездо. Первый раз слышу, что утка на чердаке гнездо свила. Слушай, это аномальная зона. Здесь утки мутируют и уже гнездятся у чердака. Да. Такие вот дела. Надо отсюда, Поэтому да, надо отсюда уходить скорее. Я быстренько это потом самое. Потом сейчас мы мутируем и начнем в этот. Я думаю, она сейчас вернется. Надо уехать, да, а то она не вернется сейчас. Ну, сейчас они не остынут, яйца нормально. Сейчас не холодно. Там у нее штук 8, наверное, яйцов. А как она утят будет снимать с крыши? Как, пешком уйдут. Куда? Спрыгнут. Прям на крыше? На крыше прям. Вот веранда обвалена, на крыше веранды, там утка гнездо свила. Слушай, я вот уже не уверен в умственных способностях этой утки. Как она будет этих утят-то как? Или она думает, что к этому времени веранда сама обвалится совсем? Утка-экспериментатор. Ну, наверное, будет парашютики им одевать. Не спрыгивай. Клювиком кобру так. Давай. Чего не летишь-то? Это ж так просто. Гнездо у нее. Или вот тут вот, ну где-то вот на веранде на этой. Вот верандой. А вторая взлетела вот здесь вот. Из-под веранды вот из-под этой. Где у нее тут может быть гнездо? Нет, это оно нет. Не вижу, но вот одна отсюда вылетела, из-под веранды взлетела. А одна вон там вон гнездо сделала себе. Представляете? Ну-ка, ребятки, давайте посмотрим, что там Мишка монетил. Ребят, я монетился, нашел монетку 2 копейки. Да, 2 копейки, 1911 год. Ого, СПБ. Санкт-Петербург. Давайте посмотрим, что там за две монеты.
дают нам. Дают нам по зубам за две монеты-то. За две копейки одной монеты. 1900. Николай, это у нас. Две копейки. 1911. 1911. Целый доллар дают нам за нее. Нирвана не старый, не потертый, а целый. Да. Чердачный сохран дают целых 11 долларов. На, Миша, копай еще. Мало. Мало. Копай. Я поехал туда. Вот такой, ребята, домик. Здесь уже все грустно. Здесь уже грустно и опасно. Грустно и опасно, но пробовать надо. О, пол ушел. Пол уже ушел гулять. Пол уже ушел гулять. Сейчас посмотрим, что с потолком творится у нас. Что с потолком и что с комнатой. А потолки-то еще нормальные. Только здесь пол гулять ушел. Ну, крыша уже дырявая вся. Потолки еще нормальные. Так. Окон нет, нифига нет. Так, что тут? Печка просто обсыпалась. Посмотреть, что-нибудь может. Может, что на печке есть. Обычно на печках есть что-нибудь. Не, здесь, конечно, бомжульник. Ласточки уже давно тут гнезда посвивали. Смотрите, ласточка гнездо свила. Видите? Это здесь есть, нет? Нет, ласточки самой нету. Вот, свило гнездо. А может и есть, может она спряталась. Сидит ни жива, ни мертва. Вот так дома, ребята, целыми стенами выпиливают. Выносят на дрова, то ли продают, фиг его знает, куда их девают. Но очень много. Очень много прям. Таких моментов. О, профиль гуся вон вижу. О, костыль. Надо Мишке подарить. Мишке понравится. Мишка такие штуки любит. Вот что Мишке понравится. Блин, он не целый. Жалко. Так бы я ему рубанок подогнал. Он рубанки любит. Он вообще любит всякие деревянные штуки. Может, ему сапоги подогнать? А пусть сам приходит сюда, да выбирает себе, что хочет. Ёлы-палы, ребята. Посмотрите, ну, взяли полы, выпилили. Ну, не заразы человеки, а? Ну, нельзя же так. Как теперь ходить-то? Диваны выкинули, все повыкидывали. Все посломали. Вандалы, вандалы. Вандальеры. Елки-палки. Как их еще назвать? Вандальеры. Елки-палки. Новое пальто. Акционерное общество. Фирма «Салют». Москва. Сущевский вал. Пальто женское. Демисезонная шерсть. Так и не носили. Цена 332 тысячи. Кому надо? Приходите, ребятки. Забирайте. Шерсть. Фу. Бедный жирафик. Или что там это? А вот и лестница. Все-таки на домашнюю пыль у меня аллергия. Зараза. Мне давай не хлопай там.
О, вот это я понимаю, вандалы разгулялись. Куда они это унесли-то все? Блин, вот это у меня слюни сопли. Целыми домами вывозят. На домах уже пишут, не разбирайте, есть хозяин. Главное, чтобы фиг с ним там что, с ним делают, с этим домом. А просто уже не разбирайте, хозяин есть у дома. Ёлки-палки. А я, ребятки, попробую сейчас залезть. Ёлки-палки. Влетел просто. Фух, капец. Чуть не помер. Причем насмерть. Ой, протез ноги. Офигеть, ребят, протез ноги нашел тут. Ой-ой-ой. Ужас, какой страсти, мордости всякие. Сейчас залезу. Вон, глядите. Это мне кажется, что протез ноги. Ага, точно. Точно протез ноги. Офигеть. Ура. Сходу такая находочка. Опа, лови, Герасим. Вот тебе. Находочка такая. Хоп. Сейчас позвоним быстренько, посмотрим. Ребят, помните такую крем-взбивалку? Вот такая штуковина была. У меня была когда-то такая, гоголь-моголь делали. И безе. 3 рубля 50 копеек. Крутая была штука. У кого не было такой, тут безе не делал. Вот так вот. Блин, здесь тоже полы везде выпилили. Заразы такие. Вандальеры. О, ребят, две таких штуки. Я так понимаю, это от какого-то музыкального инструмента, что ли. Клавиши или что-то от баяна. В одном месте были. Ну, ребята, какую я лягушку мишки поймал. Мощную. Убежала, зараза. Так, ну ладно, что мы поехали. Ничего здесь нету. Из домов, ребят, уже выпиливают этих, как их? Полы, да. Что тут уже собирать вообще? Нечего. О, ребята, какую-то нас болотину затягивает навигатор. Говорит, что есть там дорога. Может, мы по ней проедем. Поедем, посмотрим, да. Попробуем проехать. О, смотри, какой хайвей. Да. Лоси здесь ходят, и мы, значит, пройдем. А? Чем мы не лоси? О, чем мы не лоси? Я лично лось очень конкретный. Все комфортная дорога, вон лежат бревна. Опа! Это событие последних дней. Защита сработала. Отлично. Жуков гараж молодцы. Лось прошел? Да. Ха-ха, ребята, Мишка говорит, лось прошел. Фу. Деревья.
О-хо-хо, да, в открыли звучачу как-то испарилось. Подожди, стой. А, вода прозрачная какая, видел? Вода просто шикарно как прозрачная. У нас весь бампер в жиже. Мы встали. Нет, мы поплыли. Ладно, едем дальше. Вон бобровая фигня. Смотри, тут какой ништяк, да? Тут торфа, ребята, торфа такие нормальные. Да. Разлапистые, смотрите, какие. Ёлки-палы. Ну да, вот таких вот много завалов там по этому. По реке. Рационка должна быть. Ее надо как-то будет прохать. Пойдем как-то, конечно. Вот она. Да, вода большая. деревню ПГМ. Что это значит? Это значит, что на плане генерального межевания, это 1750 год, да, вроде вот мне Миш подсказывает, она есть, эта деревня, она на картах Минде 1835 года, вот эти вот, ее уже нет, она уже исчезла. Карты ПГМ, они очень неточные, и завтра будем искать это место вот здесь вот там, плюс-минус полкилометра. Где-то будем есть ориентиры какие-то у нас, но точное место мы не знаем. Так что будем бегать здесь по полю и искать. А сейчас будем ложиться спать уже здесь вот именно на месте, чтобы завтра, не теряя времени, проснемся и побежим пахать металликами. Сейчас вот переберемся через эту мелиорационную канаву. Как раз хорошо, если ПГМ был на той стороне, потому что туда дорог вообще нету сейчас. И остается только возможность перебраться. О, какая она зеленая. Красивая зеленая. Представляешь, летом какая? Не, это мельцо.
Буль-буль-буль-буль-буль-буль. Смотрите, какая красивая. Я водяной, я водяной. Никто не водится со мной. Миша, настоящий копатель должен в трусах переходить такие прямо. Для того, чтобы добраться до ПГМа. Я не хочу быть настоящим копателем. Хочешь настоящий копатель? Я не хочу в трусах такие ямы водить. Ну, собственно, ребят, здесь тоже поля. Вот вам и яблонька. То есть примерно здесь когда-то кто-то что-то сажал. Побежал, видел там? Лось. Лось, ребят, глаза светятся, вот лось. Бегает, мечется. Бегалага. Смотрите, лось. Лось, вон жопа у него торчит. Видели? Класс. Все, за мной, пришли. Собираюсь. Вот такие, ребят, пироги. Все, мы приехали, доехали. Оста Крузер. Проверено. Оста Крузером. Hi, Оста, how are you? I'm fine. I hope I meet you again later. Оста, прикольный чувак. К сожалению, как вам этот вид? Ничего, что он к нам жопой, да? Это не спина, Миша. Спасибо, что ты досмотрел наше видео до конца. Если понравилось, ставь лайк. Также мы хотели бы тебе порекомендовать следующие ролики. Вот это для тебя подобрал YouTube. Вот это наш самый последний новый ролик. И вот это мы рекомендовали бы тебе посмотреть сами. Если ты еще не подписан, обязательно подпишись вот здесь, нажми на кружок. Спасибо. Пока.